мир Щелкунчика у Шемякина, он очень странный, он очень необычный, он мифический и, безусловно, мистический. Мы это хотели передать как раз на выставке, эту атмосферу. И это вот двоемирие, постоянное перетекание от реальности в сказку и постоянная попытка найти вот ту самую метафизическую основу, которой так много в творчестве Гофмана и которая очень часто скрыта за такой общей праздностью сказки «Щелкунчик» во многих постановках. Вот во многом об этом балет. Даже трагическая тема, тема жизни и смерти, она очень явно звучит и в партитуре, которую раскрывает Валерий Гергиев, и впоследствии в том оформлении, которое предлагает Михаил Шемякин вот в своем спектакле. Все это можно видеть и в спектакле, и мы хотели, чтобы это чувствовалось на нашей выставке через, конечно же, сами эскизы, через сами произведения художника, но и также, ну, через наше оформление, которое здесь представлено.